Вы знаете, к этической стороне вопроса продления жизни я никак не отношусь, потому что само по себе продление жизни носит настолько, имеет настолько огромное значение и физически, и этически, и как угодно, что я не вижу здесь никаких этических проблем. Я приветствую все прорывы в этой области. Если человеку будет суждено жить на пару десятков лет дольше, чем он живет сейчас, это будет замечательно. Но и сейчас разница в продолжительности жизни между разными странами очень велика. Вот в нашей стране, скажем, низкая достаточно продолжительность жизни. И это зависит не от нынешних прорывов научных, а зависит от качества питания, от качества экологии, от качества отношения к человеческой личности, от бытовой медицины, от бытового здоровья, от занятий спортом, от того, сколько пьют и сколько курят. Вот эту проблему нам, вот этот комплекс проблем нам предстоит решать в первую очередь.